Армия с детства нравилась. Порядок, дисциплина, как должно быть в жизни. Я на СВО оказался по собственному желанию. Опыта не было совершенно. Я танки только видел только по телевизору. Пришел, научили, показали. Все, сел, поехал. Все хорошо. Как у нас пехота начинает делать накат, соответственно, танки поддерживают либо с прямой наводки по запросу, либо ЗОП. Для работы наводчика это отличная машина. Система включается быстро, есть тепловизор, очень удобная оптика. У механика лица начать сложно. Нужно запомнить маршрут туда-обратно, довести экипаж до точки, отработать и вернуть обратно. За свою службу денежное удовольствие, то есть за нахождение здесь и плюс должность, звание, вот за это доплачиваю. Вот и там по налогам, по всяким там выплатам. Ну еще плюс помогает администрация местная, уборка возле двора там, допустим. Или там какие-то проблемы нужно решить, помогают. Денежное удовольствие, да, достаточно. Получается что-то покупать для, так скажем, комфортной службы. Хватает откладывать деньги, помогать с родными.